как бы еще любишь что-то мастерить и готовить. Я думала, ты будешь снимать о себе, что ты исполняешь дома. Ну да, я тоже хотела лайф канал, но я еще хочу. Ну так туда входят и все твои животные, которые будут ходить. Это твоя жизнь. Можешь снимать про животное, которое ты встретила на улице. Не обязательно оно должно быть дома. Я понимаю, что это еще один пунктик надавить на родителей, чтобы они тебе приобрели собаку. Блин. Да. Да. Маша. Скажи, пожалуйста, вот ты во сколько просыпаешься утром? В 8 часов. 8. А тебе придется с собакой просыпаться в 4 утра и в 5 ее уже выводить на улицу, чтобы она погуляла? Не страшно. Если у меня будет собака, это привыкну. Не привыкнешь? Привыкну. Через годика 3. Через годика 3. А кто будет эти 3 годика выгуливать ее? Я. Она же будет меня будить. Ну, а если ты не сможешь подняться? Мне нравится. Она просто знает, как идею вот, превратить в что-то, что она хочет видеть. Мне. Не знаю, мне нравится снимать, допустим, пейзажи. Иногда мы там выезжаем вот, за город. Вон, Маш, тебе прекрасный пейзаж. Как это место? А, Тоша де Мар. Там очень есть, там есть бункочка, что-то. Вот, и там очень симпатичное место, очень красиво. Я бы поснимала там, но я просто не знаю как. А фильтр ничего получается. Ну, нет. Как? Когда это хорошо сделано, и когда я там хорошо выгляжу, то если я там выгляжу немного... Эрика, можешь... Я у нее спросила, как пишется DIY? Я у нее спросила... Я полуспала в тот момент, потому что я не спала на Сан-Жуан всю ночь. Она, Маша! Я ей сказала DIY. И Даша так и написала. Она мне сказала DIY. А что люди подумали? 5 просмотров. Я потом это удалила, но от меня он отписали. Первое видео можешь снять пранк с песней. Я не буду никаких... Даша, я тебе сказала, меня не интересует такого рода видео. Меня интересует больше пейзажи, там, природа. Хорошо. О чем мы будем разговаривать? Ну, расскажи про пейзажи. Сегодня же первая встреча. Снимаем этот пейзаж. Снимают меня. Вас снимают. Всех. И меня тоже снимают. Ну и ладно. Хорошо. А ты хотела это ей сделать? Да, я ей. Да, какая у тебя сеструха, Маша. Она хотела тебе. Да. Вот ты их свяжешь. Ей все равно стой. Теперь опусти вот эту майку. Она у тебя собирается все время. Так ты ее все время потянула. Давай, я вот убрала. Ага, майку опустила. А ну вот сюда сдвинься и вот так вот. Ну как бы поображай, да? Ну, хорошо. Улыбайся, когда смотришь в камеру. Вот. Подожди, стоп на меня. На меня посмотри. Возьми. Ага. Все. И еще раз. Маша сюда, папа сюда. Так. Так и стойте. Так. Ага. Маш присела. На меня. Даша. На меня все. Снято.